Характеризуйте, пожалуйста, деятельность приверженца славяно-арийских верт человека под фамилией Трёхлево. Он не совсем русский, но тоже очень много информации он передает. Важен сам факт, что даже когда информация смешивается, и она частично дезинформирует человека, все-таки приходят частички того знания, которое близко к вашей генетической природе. И даже частичные знания уже приносят пользу, даже когда они иногда смешаны с чем-то чужим, не совсем правильным. Ему очень много работать над собой и избавиться от многих недостатков. Если бы он это действительно бы сделал бы, то он мог бы быть не экранным бы дивом, а учителем. Он пока и сам не чувствует, что он может быть учителем и передавать знания. Но хорошо, что он вообще появился и говорит на ту тему, которая сейчас важна. Сам факт того, что вам говорится про то, что вы представители собственной системы, собственного знания, собственной традиции, уже, в принципе, очень важна сама по себе. Что вам возвращают память о том, что вы цельная, самодостаточная линия, самодостаточный народ, способный жить по собственной традиции, по собственным законам, и которому не нужно ничего брать из тех народов, которые существуют вокруг вас. У них мало чему можно научиться, и едва ли стоит этому уделять внимание. И в прошлом они фактически никакой помощи вам не оказывали, так и в будущем они в основном занимаются своими собственными проблемами, которые полноценно до сих пор решить не могут. Thank you.